Пришло время спортивных событий. Пензенский «Локомотив» разгромил столичную «Славу» и закрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по регби. Встреча прошла накануне на стадионе «Первомайский». Уже с самого начала поединка преимущество железнодорожников было ощутимым, однако избыточное желание побыстрее открыть счет несколько раз приводило к техническому браку. На 12-й минуте Александр Гудок приземлил первую попытку, а Дмитрий Сухин забил реализацию. На перерыв команды ушли при счете 19-3. За весь матч игроки «Славы» смогли лишь реализовать штрафной и организовать единственную попытку. Окончательный счет 62-8 в пользу команды Александра Янюшкина. Следующую игру чемпионат страны по регби «Локомотив» вновь проведет на домашнем поле. 28 мая в Пензу приедет новокузнецкий «Металлург».